Добрый вечер всем. Очень рад всем присоединяющимся к занятиям. Я со своей стороны вас попробую поставить так, чтобы ваше время не пропадало, и мы двигались и узнавали что-то новое. Я напомню, что я со своей точки зрения посвящаю все занятия своей жене Люба Бат Михаэль, ее памяти и возвышению души. Приближается год, как она ушла из этого мира, и работа ее продолжает жить. Да, как я вижу, есть отклики на книги. Сегодня я хотел с вами обсудить книгу пророка Захарья в свете приближения к Хануке. И должен сказать, что это первая книга, которую мы сделали с ней вместе, где-то больше 20 лет назад, уже, наверное, в тот период, когда я работал в Киеве. И я смотрю комментарии, ну, может быть, что-то нужно было бы дополнить, но, в принципе, книга остается, на мой взгляд, такой же цельной, как она была и 20 лет назад. Итак, пророк Захарья, с вашего разрешения, мы вернемся потом к Иезекиилю для того, чтобы закончить последние главы. Но переходя к Захарья, мы остаемся в той же сфере, в сфере тех же проблем. Захарья учился у Иезекииля, пока он был в Бавеле, пока он был в изгнании. Но Захарья намного моложе Иезекииля, и он дожил до возвращения и вернулся вместе с возвращающимися в землю Израиля. Я напоминаю, что в 422 году до этой эры был разрушен храм, и в 370 году, через 52 года после разрушения храма, началось возвращение в землю Израиля, потому что Вавилон пал, и на смену ему пришла Персия. Первым царем, который правил, был Дарий I. Он очень быстро умер. На престол поднялся Кореш. И Кореш разрешил возвращение всем народам в их земли. Так вытекает из исторических данных. Есть так называемый Гриль Кореш, есть цилиндр Кореша, царя Кира, по-русски цилиндрка, она как археологическая раскопка и находка, и на нем описано подробно разрешение всем народам возвращаться и восстанавливать храмы. В книге Эзры и Нехемии описано, что разрешение было дано только сыновьям Израиля. Но это можно понять, потому что никто из народов не вернулся, вроде бы как вытекает из книги Иеремияху, из его предсказаний и из Иезекииля, в какой-то степени вернулись египтяне. Кто-то из египтян вернулся, и все. Да? Вот, естественно, что они не восстановили ту же самую. Тот же самый Египет, который был, Навуходоносор разрушил не только Иерусалим, он разрушил все страны окружающие, города, такие как Цидон. И через какое-то время, значительное довольно время, после разрушения Иерусалима, он вторгся в Египет и разрушил Египет. Теперь мы говорим о возвращении 370 год до этой эры, так называемый Ацгарат Кореш, объявление Кореша или Кира о возможности возвращаться. Мы представляем себе, что Ашур, Ассирия и Вавилон, цивилизации, близкие по своему корню, цивилизации Междуречья, Ашур в северной части Междуречья, Вавилон в южной части,
Они вели похожую политику завоевателей, переселяя народы с места на место на земли другие для того, чтобы уничтожить как бы корень культуры и тем самым обеспечить покой в своей империи. И вот Персия, у нее была другая политика, она правила провинциям, давала большие свободы и возможности странам, которые находились под ее властью, и собирала с них налоги, не препятствуя им развивать свои культуры. И этим объясняется как бы сразу же после завоевания, не персидского завоевания, разрушения Вавилона, разрешение народам возвращаться. Опять же, народы не вернулись, вернулись сыновья Израиля. И в книге Даниила приводится молитва Даниила, можно сказать, благодаря которой или частично в заслугу этой молитвы сыновья Израиля получили возможность в 370 году до этой эры возвращаться из Вавилона. Как мы помним, с вами вернулось только 42 тысячи, и во главе с Зарубабелем, внуком последнего как бы потомка из правящей линии царя Ихония, Шалтиэль и Зарубавель, который родился в Бавеле, на что указывает его имя, Зарубавель, семя, которое в Бавеле. Но Персия не дала ему стать царем, он стал только паха, правителем в провинции, которые они оставили на уровне провинции землю Израиля. И в это же время вернулось значительное число из 10 колен, которые находились в изгнании, больше Иуды где-то на 200, может быть, ну, как нам сейчас представить, где-то на 140 лет больше, чем колено Иуды находилось в изгнании, всего около 200 лет они уже к этому времени были в изгнании, и они начали возвращаться и заселять те города, в которых жили их предки. И это сыграло большое значение, но все равно заселить ту территорию, которая была пустой, опустошенной, 42 тысячи не могли, даже при помощи 10 колен, которые также начали возвращаться. И эпоха была очень, очень трудной. Да? Мы представляем себе, что с трудом останавливали Иерусалим. В Иерусалиме было опасно жить, потому что стены его были разрушены. Стены не восстанавливали, потому что персы не было разрешения персов восстанавливать стены. Они разрешение восстанавливать храм не предполагалось восстановить страну. И так сыновья Израиля, они сделали больше, чем было в разрешении Кореша. Разрешение Кореша было восстановить храм Иерусалим. Они начали заселять всю страну с риском вызвать гнев царя. Те, кто остался в Бавеле, они говорили о том, что это не похоже на освобождение. Освобождение должно быть таким же великолепным, как исход из Египта. И уж точно царь Кореш, Кир, не похож на освободителя. Кореш на персидском собаку, потому что он на престол сажал рядом с собой собаку. Понятно, царь из народов мира, не отличающийся большой моралью и нравственностью. И он совершенно не похож на Машиаха, хотя Йешаяху, предсказывая это освобождение, называет Кореша Машиахом. И понятно, что большинство не трогается в путь, потому что
переселяться в разрушенную землю мало кто хочет. Однако подавляющее большинство таких людей духа, выдающихся мудрецов того времени, пророки, они переселяются в землю Израиля. В землю Израиля переселяется Даниэль, Ханания, Мишаэль, Азария, которых мы знаем из книги Хизкиэля, из изучения книги Хизкиэля. Они переселяются все в Израиль с первым же караваном, который выходит из Бавеля. И среди них пророки Схарья, Хагай и Малахи, они также возвращаются в Иерусалим. И вот проходит время после Кореша, который быстро погиб через 2 или 3 года после начала своего правления. Вот, исторические данные или легенды говорят о том, что он погиб, пропоров себе сам живот мечом, так как персы носили меч острием вверх, вот, для того, чтобы было легко выдернуть. Вот, и он, вскакивая на коня, пропоров себе живот. Ну, это так, как бы для исторической краски, не имеет большого отношения к нашей теме. И по нашим данным, начал править после него Ахашверош, который сразу запретил строительство храма, и как бы в силу своих представлений о том, что как бы нечего давать уж слишком большую свободу, религиозную свободу народам, особенно сыновьям Израиля, которые отличаются своим бунтарским нравом, он запретил строительство храма. И, скажем, то, что успели сделать, успели построить жертвенник, начать приносить жертвы, заложить основания храма, возвести какие-то стены. Храм не строили заново, восстанавливали те развалины, которые остались после разрушения Навуходоносора. Потом работы были остановлены. И вот через где-то 14 лет после своего правления Ахашверош умер. И на престол поднялся Дарий II. И вот здесь мы можем с вами открыть текст и увидеть, как начинается книга Схарья. Секунду. Вот. Сейчас, одну секунду, что мы сделаем. Я попытаюсь поднять текст. То есть сделать его, или вот давайте так я сделаю, увеличу просто текст для просмотра. Да? Вот. И первое предложение нам говорится: в 8-м месяце, во 2-й год правления Дарьявиша, было слово Бога Схарья, сыну Берахии, сыну Идо, пророку, чтобы сказать, во второй год правления Дарьявиша. В этот год, в это время, очень близко один к другому получают пророчество и Схарья, и Хагай, и Малахи, пророчество, которое призывает завершить строительство храма, но прежде всего обращение к тем, кто остался в Бавеле, чтобы они поднялись и вернулись. Несмотря на то, что, может быть, многое не изменилось, положение осталось тяжелым, стены Иерусалима проломлены, разбойники могут ворваться ночью и не только ограбить, но и убить кого-то. Противостояние с окружающими народами, племенами, которых немного, но по сравнению с сыновьями Израиля представляют собой силу, особенно шомроним, самаритяне, переселенные
царем Сарагоном, в ассирийским царем Сарагоном в место сыновей Израиля, место 10 колен умных, вот, они представляют большую проблему, пытаются осаждать Иерусалим, ведутся войны, да, то есть ситуация во многом не изменилась, но звучит призыв пророков, трех пророков встать, подняться и вернуться в землю Израиля, вместе с тем обещание, что дальнейшая эпоха будет благополучной, или как бы продолжение начавшейся эпохи возвращения, оно будет благополучным. Да, то есть нужно только преисполниться веры, встать и подняться и прийти. И есть обещание пророков, что переселение будет благополучным. Хотя в данный момент видится опустошенная страна и не видится, как бы, что началось исполнение пророчества. Да? В 370 году, когда было разрешение до этой эры, когда было разрешение Кореша, то могли сказать, что это раньше времени, что это не то, это не так. Да? Вот, хотя мы видим, что мудрецы и пророки, не помню, упомянул ли я Даниэля. Даниэль также возвращается с первым караваном. Вот, несмотря на то, что есть мудрецы и пророки, возвращающиеся, говорят, что это не рука Бога. Неудача переселенцев, не их неспособность организоваться, не только создать государство. Да, так, персы не дали создать государство, они не смогли даже создать прочные общины, которые способны защитить себя. Их неудача в глазах тех, кто остался в Бавеле, указывает на то, что не наступило еще время возвращения. Ну вот, через 18 лет после начала переселения исполняется 70 лет с момента разрушения храма. И вот это второй год правления Дария, да, и звучит пророчество, призыв сыновьям Израиля вернуться в землю Израиля и начать новую эпоху. Дарий, этот призыв предполагает начать строительство храма. Подобный призыв может быть воспринят персами как бунт, да, и они направят свои войска, когда кто-то начинает строительство сооружений, которые могут быть восприняты как укрепления, военные укрепления, кто-то начинает строительство таких сооружений, это все может быть воспринято как бунт против царя. Но Дарий не отреагировал так, да, он как бы проглотил это неуважение к нему, то, что до его разрешения возобновили строительство храма, и задним числом дал разрешение на возобновление строительства храма. Но надо отметить великий подвиг сыновей Израиля, которые пошли на то, чтобы, не зная, как все повернется, не вспыхнет ни гнев персидского царя против них, они пошли на то, чтобы начать восстанавливать храм. Пошли на восстановление храма. Мягкое отношение к сыновьям Израиля, а потом и помощь Эзры и Нехемии, которые вернулись, пришли позже в землю Израиля, да, письма, которые дал Дарий II Эзра, сделав его полномочным правителем, если не царем, то полномочным правителем, который может править по законам Торы, устанавливать суды свои по законам Торы, что тоже нетривиально для Персидской империи, чтобы действовал какой-то закон местный там. Да. Вот Эзра получает такие грамоты. Нехемия несколько позже возвращается, и он получает даже военный отряд,
состоящие из евреев. Первое такое еврейское войско после разрушения храма приходит с ним несколько позже. Нехемия – это виночерпий Дария II. Должность очень высокая. Виночерпий проверяет, чтобы царя не отравили, доверенное лицо, и Дарий разрешает ему пойти и восстанавливать стены Иерушалайма. Но это несколько позже. Да? Несколько позже, а сейчас звучит призыв начать восстанавливать храм через 70 лет после его разрушения или незадолго до того, как исполнится эти 70 лет до его разрушения, совсем незадолго, да, и начинает восстанавливать, и Дарий задним числом дает разрешение. Почему Дарий ведет себя таким образом? Здесь есть простой и очевидный секрет. Дарий – это сын Эстер. Да. Так говорит Мальбим в книге Эзра и Нехемия, и если, там, скажем, пойти к более ранним источникам, то так говорится в Мидраше Эстер, в Мидраше на книгу Эстер, что Дарий II – это сын Эстер, которого она воспитала с уважением к еврейскому народу, к еврейской традиции, но, естественно, не могла его воспитать человеком, который соблюдает заповеди, не строго придерживается законов Торы, не обладает четкой верой в единого Бога. Это все было ей не под силу, но уважение к своему народу, к его мудрости, понимание роли, которую должен играть еврейский народ в мире, это как-то Эстер в той или иной степени привила Дарию, своему сыну Дарию II, сыну Ахашвероша. Да? Вот, и именно поэтому он дает разрешение, именно поэтому он разрешает создать свое войско и дает вооруженный отряд Нехемии, опять же, несколько позже разрешает постановить стены. Да? Вот, и объясняется поведение Дария, Дария II. Да? А вот мы сейчас с Харья, да, учеником Ехискеля, который был знаком и учился вместе с Даниэлем также, да, то есть личность, которая выросла в Бавеле среди мудрецов и пророков Бавеля, с Харья, да, вот мы с ним и посмотрим, что он говорил. Да? Вот во второй год правления Дария было слово Бога Схарья, сыну Берахии, сыну Идо, да, гневался Бог на отцов ваших гневом кипящим. Да? Вот, гневом кипящим, который вскипает, как пена на морской волне, но быстро, быстро проходит и быстро утихает. Теперь первое, что говорится через пророка, что гнев был на ваших отцов, на то поколение, и он не распространяется на это поколение, на поколение, которому суждено и предстоит вернуться из Бавеля, или от которого, скажем, ожидается, что оно вернется из Бавеля. И скажешь ты им, так сказал Бог воинств, вернитесь ко мне, слово Бога воинств, я вернусь к вам, сказал Бог воинств. Мы видим как бы бесконечное повторение, сказал Бог воинств в этом предложении три раза, в одном и том же предложении. Это сразу уже позволяет догадаться, что очень трудно обращаться к тем, кто остался в Бавеле. Очень трудно достучаться до них, очень трудно убедить их, что пророчество, оно исходит от Всевышнего. Всегда можно сказать, ну, скажем, да, пророк, он, конечно, он говорит правильные вещи, но он говорит от себя, как мудрец Торы, или как тот, кто что-то понял благодаря Божественному Духу, но он преувеличивает, да, все подобные мысли и все подобные ответы, они все как бы крутятся, вращаются в среде сыновей Бавеля,
да, и убедить их, что Всевышний ждет от них возвращения. Если не в 370 году, 18 лет назад, в 370 году, 18 лет назад, то теперь в 352 году до этой эры он точно ждет от них возвращения, восстановления храма, которое принесет и благополучие, и успех, и спокойствие. Да, вот, ждет от них. И он, Всевышний, призывает их: «Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам». Да, призыв сам по себе, слова, если мы задумываемся, они довольно странные. Да, как бы «вернитесь ко мне», это, скажем, да, вот «ко мне вернитесь», да, это «придите ко мне домой». Да. Если хозяин приглашает домой, он не говорит, что «я приду к вам домой». Да. Вот, как бы, да, то есть как бы «или-или». Или вы ко мне, или я к вам. Да? Вот, как в известном фильме, не буду напоминать его название, да, «Лучше вы к нам». Да? Но как бы не одновременно. То же самое здесь. Не одновременно. «Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам». Да? Не одновременно, а здесь получается одновременно. Ответ очень простой. Да? Божественное присутствие возвращается вместе с сыновьями Израиля, которые возвращаются из изгнания. А возвращение ко Всевышнему, да, здесь не понимается как возвращение к Торе, как возвращение к вере, как возвращение к соблюдению заповедей, талит, филин, кашрут и прочее, да, что само по себе важно, чтобы никто не подумал, что я пренебрегаю этим. Да, но здесь речь не об этом. Здесь речь: вернитесь ко мне, вернитесь в землю Израиля. Да. Вы вернитесь в землю Израиля, и я вернусь к вам, потому что я вернусь вместе с вами. То есть я раскрою свое присутствие в святой земле. По мере вашего возвращения будет раскрываться божественное присутствие в святой земле. Оно же будет менять мир, будет менять его в лучшую сторону, будет менять все процессы, происходящие в мире. Только вернитесь ко мне. Да, я вернусь к вам, я раскрою свое присутствие через изгнанников, которые возвращаются в землю изгнания. Мы с вами чувствуем, что пророки говорят, если не одними и теми же словами, то говорят одними и теми же понятиями, и у них одни и те же идеи и устремления. И в центре всего, всех пророков, всех пророчеств стоит идея возвращения в землю Израиля. Да, и иногда высвечивается идея восстановления храма. Да. И, скажем, да, говорят, что пророчества, которые были записаны, они имеют значение не только для того поколения, в котором они прозвучали, они обращены не только к людям, которые жили в то время, но и ко всем поколениям. И здесь нужно, я бы думаю, что важно себе представить, что вот это «вернитесь ко мне», божественное слово, божественный призыв, обращенный к сыновьям Израиля, он звучит всегда, он звучит постоянно, он звучит и сегодня, тем, кто, как обращение всем тем, кто остается за пределами земли Израиля, да, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Да. И в этом призыве заложено очень много, здесь есть много разных сторон. Одна из них, да, не ожидайте, что сначала проявится божественное присутствие, да, что придут пророки, и придут пророки повсюду и отовсюду, да, и начнут давать знамения, что пришло время возвращаться. Да. Не будет этих знамений. Да. Не ждите, что страна будет установлена чудом. Да.
Может быть, это и могло произойти, как мы с вами знаем, из Иезекииля, но сыновья Израиля не удостоились этого, да, и вот то, чтобы все было чудом, да, и вернитесь ко мне в ту страну, которая есть, пускай она пустынна, да, тогда я вернусь к вам и раскроется божественное присутствие, вместе с ним раскроется благословение, вы удостоитесь богатых урожаев и высокого уровня экономики и защиты, все будет у вас, потому что раскрытие божественного присутствия всегда приносит с собой благо. Скрытие, да, оно бывает очень тяжелым, да, а вот раскрытие всегда приносит с собой благо. Вернитесь ко мне сейчас, так как есть, да, и я вернусь к вам, я раскрою свое присутствие, сказал Бог воинств. Здесь употребляется имя Всевышнего Бог воинств, потому что оно указывает, чаще всего, почти всегда указывает на управление миром, скрытое такое, да, не через открытые чудеса, то есть, ну да, не через открытые чудеса, а через законы природы, через какие-то события в природе или события в человеческом обществе, которые могут быть неожиданными, но не всегда и далеко не всегда воспринимаются как чудо, а воспринимаются как редкое стечение какой-то обстоятельств. Да? Это имя Бог воинств. Как бы есть воинство, множество всего, есть силы, которые действуют в природе, есть силы, которые действуют в человеческом обществе, да, и они действуют по определенным законам, и вдруг Всевышний вмешивается и меняет эти законы, и часто он меняет их незаметно. Это имя Бог воинств. Да. И дальше тоже, опять же, потрясающие строки, да, вот, да, не будьте как отцы ваши, которым взывали пророки прежние, да, те, которые раньше были, говоря, так сказал Бог воинств, возвратитесь же с путей ваших злых и от дел ваших злых, но не слушали они и не внимали мне, слово Бога. Да? Здесь возвратитесь с путей ваших, это не призыв вернуться в землю Израиля, как мы понимаем, пророки говорили до изгнания, и они призывали оставить дурные пути, и прежде всего оставить идолопоклонство, которое является разрушительной силой, приводящей к разрушению и общества, и разрушению личности. Да? Вот, оставить ваши злые пути, отвратиться от ваших дел злых, да? Но не слушали они, не внимали мне слова Бога. Да? Схарья подчеркивает, да, не обращаясь к этому поколению, а напоминая о том, что было не одно поколение, которое не слушало пророков. Проблема сыновей Израиля в том, что на протяжении всего периода первого храма, да, не слушали, не прислушивались к пророкам, да, и можем себе представить, да, что пророка Шмуэля в конце эпохи Судей его оттолкнули, заменили на царя из плоти и крови, хотя Шмуэль был способен создать царство, общность, объединить все колено. Нет, его оттолкнули и заменили на царя из крови, на крови и плоти. И Всевышний сказал Шмуэлю: не тебя не оттолкнули, а меня не оттолкнули. И вот это меня не оттолкнули, оно продолжалось и дальше. Да? Вот кроме самых праведных царей, таких как Давид, при котором были пророки Гад и Натан, которых он слушал, которые были его советниками и его летописцами. Да, кроме Давида было еще несколько царей, которые прислушивались к пророкам, и то как бы не всегда
в какой-то момент они срывались. Да? Вот, бывало, что и цари, которые, в общем-то, злодеи, прислушивались пророкам, но общая картина такая, что пророков не слушали. Да? Если взять Ильяву Нави, Ильяву пророка, который был в Северном царстве, то даже после того чуда, которое произошло на горе Кармель, когда огонь по его молитве сошел на жертвенник, построенный на горе Кармель, да, на глазах у многих и многих людей, из Северного царства, вот, и все они провозгласили вслед за ним Адонай Ву Элохим, Бог, Бог Он Всесильный, да, сейчас не будем разбирать этот момент, мы его разбирали как-то, да, вот, но просто они провозгласили как бы как принцип веры, единства Всевышнего, и что? Ничего не изменилось, и продолжали поклоняться идолам, и Изевель, царица злодейка, осталась в праве, да, ничего не изменилось. И дальше, да, и его ученик Илиша, он тоже не смог поменять ситуацию в Северном царстве, несмотря на множество чудес, которые он сделал. И практически не было пророков, которые бы смогли повлиять на общество. Это как бы не совсем так. Это невозможно сказать, что пророки вообще не сыграли никакой роли. Да? Но в общем получается, что не слушали пророков, не шли за пророками. Если бы слушали их слово, то картина была бы совершенно другой. И поэтому Захария говорит: не будьте как отцы ваши, которым вызывали пророки прежние, говоря: так сказал Бог воинс, возвратите же с пути ваших, да, и так далее. Отцы ваши где, спрашивает он в пятом предложении Захария. А пророки разве вечно живут они? Значит, с одной стороны, ваши отцы, которые не слушали пророков и не слушали последнего, в общем-то, пророка первого храма Иеремиягу, который призывал не восставать против Навуходоносора, а призывал сначала исправить свои дела, а потом уже думать о противостоянии врагу. Да? И где отцы ваши? Понятно, где. Многие из них убиты, многие в плену, многие попали в плен. Да? Вот, а пророки разве вечно живут они? Да? Вот, и те пророки, которые были, их уже нету. Может быть, вы послушаете теперь пророчество тех пророков, которые сейчас есть. Да? Хотя, может быть, вам кажется, что они не совсем как бы преемники тех пророков, которые были, да, с вашей точки зрения. Может быть, те пророки же не вечно живут. Вот есть новые пророки. Да? Может быть, вы их послушаете. Но слова мои и постановления мои, которые я приказал говорить рабам моим, пророкам, разве не настигли они отцов ваших? Да? Вот, вспомните, что все, что предсказывали пророки, все случилось, разрушение храма, и все детали, которые они предсказывали в разрушении храма. Да? И раскаялись они и сказали, как замыслил Бог воинс поступить с нами по путям нашим и делам нашим, так он и поступил с нами. Да? После, то есть он не дает как бы подробную картину, вот он говорит, где отцы ваши, они пропали, да, а теперь он говорит о том, что раскаялись, да, после разрушения храма сразу он говорит, не те, кто были убиты, естественно, не те, кто попали в плен в разные страны, те, кто оказался в Бавеле, первое поколение, он признал, да, что, значит, да, за наши грехи был разрушен храм. Да? Вот, и мы с вами продолжаем. Еще немножко я оставлю время на обсуждение, на вопросы. А сейчас мы с вами продолжаем. И говорится, 24-й день 11-го месяца. Это месяц Шват. Да? Мы с вами были в 8-м месяце. Теперь мы во второй год. Да? В год второе правление Дарьявиша было слово Бога к Захарье, сыну Берахия, сыну Идо, пророку, чтобы сказать. Да? Вот,
мы видим, что прошло 3 месяца, 8-й месяц и 11-й месяц. Некоторые комментаторы говорят о том, что прошло больше времени, и строят здесь целую систему, как бы, как можно представить, что прошел почти год, а не 3 месяца. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, и это не так важно. Да? Прошло время, и что? И мы видим, что вот этот призыв «вернитесь ко мне, я вернусь к вам», он остался неуслышанным, совсем неуслышанным, не привел никакой реакции в Бавеле. Да? Вот, все остались на своих местах. Караван Эзры еще не вышел в путь, он только готовится для того, чтобы собрать людей и вывести их. И нужно сказать, что как бы, с Эзры пришли потом 1200 человек. Да? То есть даже если там кто-то готовился перейти, то это не было население, еврейское население Бавеля. Это были отдельные люди. И вот звучит пророчество на 24-й год 11-го месяца, да, в год второй правления Дарьявиша, было слово Бога к Схарье, сыну Беракии, сыну Идо, чтобы сказать, у нас 8-е предложение я пропустил, да, сейчас мы просто оно у меня выпало. Вот, а мы его возьмем тогда с вами на иврите. У меня запасной вариант здесь на иврите. Нет, это 2 глава. Да, я могу сказать по памяти. Да. Это 8-е предложение. Давайте, наверное, мы так и сделаем. Да. Вот, чтобы не искать. Да. И видел я, говорит Схарья, да, человек не сидит на красном коне, он стоит в глубине, в какой-то глубокой долине, Мецула, да, между Мирт, да, и кони красные, кони кармина и кони белые и кони черные расходятся от него. Да? Вот. И, скажем, мы, может быть, с вами говорили несколько раз, я напомню, как бы, да, что это видение «человек на красном коне», оно означает меру суда, это красный конь, которая направилась, чтобы разрушить мир. А человек, который сидит на этом коне, это мера милости, которая сдерживает этого коня. В трактате Санхедрин говорится, что мудрецы объясняют это видение, что когда сыновья Израиля не захотели вернуться из Бавеля, да, то Схарья было показано видение о гневе Всевышнего, который говорит, да, что я хотел превратить весь мир в ночь. Да, ночь, то есть не разрушить его, а забрать из него духовную составляющую, вот, окончательно забрать пророчество, окончательно забрать помощь свыше в духовном развитии людей, это бы само по себе привело бы к концу как бы, мира, да, вот, если забрать духовную составляющую. Вот. Но Всевышний говорит, посмотрел я на Ханания, Мишаэля, Азария и успокоилось его сознание. Почему Ханания, Мишаэля, Азария? Мы помним, что это люди, которые пожертвовали собой ради того, можно сказать, что ради освящения имени Всевышнего, а можно сказать, что ради того, чтобы не умерла надежда на возвращение. Да? Потому что сыновья Израиля, видя мощь Вавилона,
через год после разрушения храма, видя как Навуходоносор поднимается, укрепляется, он не только не разрушил храм, он не получил наказания, да, он укрепляется, он привез все золото из Иерусалима, да, и это стало, укрепило мощь его империи. Да, все это сыновья Израиля видят и говорят, ну, да, наверное, возвращение невозможно. Да. Ханани, Мишаэль и Азария пожертвовали своей жизнью, да, в тот момент, когда Навуходоносор поставил золотую статую и заставил ее поклоняться. Они отказались, были брошены в огонь, вышли живые и невредимые. Для них было сделано чудо. И вот здесь говорится, в трактате Синедрин говорится, что Всевышний посмотрел на них и успокоилось его сознание. Иначе бы он забрал весь свет из мира. То есть если бы он увидел людей, да, и можно представить себе, что они не единственные люди, они, так сказать, представители, которые есть в каждом и каждом поколении, да, люди, которые готовы жертвовать собой, да, ради восстановления страны Израиля, ради восстановления жизни на земле Израиля, ради восстановления храма. Да, в каждом и каждом поколении есть такие люди. Да, и Всевышний как бы сказал, ну, если есть такие люди, ладно, они остались в Бавеле, но на будущее остается надежда, что сыновья Израиля все-таки вернутся из изгнания. А так бы, говорит, если бы не эти люди, я бы разрушил весь мир. Да? Вот мы не успели с вами добраться до тех моментов, которые связаны непосредственно с характеризуют эпоху возвращения и, как бы, если так можно сказать, характеризуют события, связанные с Ханукой. Да, но мы постараемся сделать это сделать в следующий раз. Вот, и опять же я говорю, что хотелось бы вернуться к Иезекиилю, закончить и поговорить о описании третьего храма и, может быть, вместе поискать смысл, да, в третьем храме. Вот, а потом, может быть, перейти к пророку Ишаяху. Это план. Да, пока я остановлюсь, вот, и, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, дополнения, возражения, я постараюсь как бы ответить то, что могу. То, что не могу, сразу скажу, не могу, не знаю. Пожалуйста, если что-то хочется сказать, то пожалуйста. Ну ладно. Хорошо. Я тогда со своей стороны хочу подчеркнуть, да, что в еврейском народе есть много течений, есть много идей, да, и, скажем, да, никого не осуждаю, можно только отметить, да, что говорить о том, что не наступило время возвращения, особенно в наше время, да, это можно только не изучая пророков. Да. Вот. Не обращаясь к книгам, которые представляют течения, которые возникли в Галуте, в изгнании, в тот период, когда было мало надежды на возвращение, только обращаясь к этим книгам, можно говорить, что вот, можно еще что-то ждать, можно не возвращаться. Да. Если открыть пророков, то сразу же как бы становится понятно, что призыв Всевышнего вернуться в землю Израиля, он звучит постоянно. Большой урон, ущерб как бы в изучении и в изучении пророков и в том, что идея возвращения отодвинулась на задний план, как бы они перестали говорить о чем-то реальном, а как только о какой-то будущей далекой перспективе, которая откроется неизвестно когда, неизвестно как, да, когда придет некоторый Машиах,
Да? Вот, и нужно подчеркнуть, что Машиах – это царь. Да? Царь, говорят о царе. Да? Царю нужен народ. Он не может быть, что сначала был царь, а потом народ. Сначала нужен народ, потом царь. Да? Но это в скобках. Да? Опять же, ни с кем не споря, не вдаваясь в полемику, все очень хорошо и все замечательно. Да? Вот. Но для того, чтобы понимать процессы, которые происходили и происходят в нашем народе, да, вот, я возвращаюсь к этому моменту, к этой точке такой, которая сыграла очень отрицательную роль в нашей истории. Это движение Шабатая Цви, мессианское движение, ложное мессианское движение Шабатая Цви, где-то в 1650, 1660, 1666 год, как бы, когда ожидали Машиаха, вот, подавляющее большинство авторитетов в Европе и в, скажем, восточных странах приняли Шабатая Цви как Машиаха, и потом, когда он принял ислам, да, то, естественно, это было большое потрясение для всех. Вот. И, в принципе, как бы разговоры о скором возвращении в землю Израиля были запрещены, потому что они считались опасными. И вместе с этим было запрещено, фактически, если не буквально, то негласно, было запрещено изучение пророков. Да? Вот после движения Шабатая Цви, человек, который изучает пророков, он был под подозрением, да, что у него делается в голове. Не говорит ли он, не думает ли он о скором возвращении сыновей Израиля на землю Израиля, потому что если он так думает, это очень опасно для всего народа, и вот уже это кончилось плачевно, так что давайте отложим пророков в сторону и будем говорить о чем-то другом. Да? Вот это была как бы такая поворотная точка, трагедия, которая как бы сломала, в какой-то степени сломала мечту о возвращении или скорее отодвинула ее, да, или превратила ее в мечту о чем-то далеком, несбыточном, то, что можно, трудно сбыточном, то, что нельзя достичь своими руками, а только придет с небес. Да, это Шабатая Цви. Вот. Потом можно говорить о хасидизме, который сыграл очень положительную роль в нашей истории, спас наш народ, но вместе с тем как бы представляется, что, как бы говорят и многие хасидские авторитеты, что надо жить в ногу со временем. И в этом плане мне как кажется, по моему скромному мнению, многие идеи, которые возникли в изгнании, в определенных условиях, и, в общем-то, не соответствует галахе, а соответствует только как бы обычаю, мнению там, очень серьезных и крупных авторитетов, но расходится с галахой, мне кажется, что это все нужно было бы пересмотреть. И на данный момент, на сегодняшний момент, да, самой основной нашей проблемой остается то, что далеко не все возвращаются в Израиль. Даже в той обстановке, которая сложилась, не хочется мне упоминать Украину, Россию, для того, чтобы никому не сделать больно и неприятно. Да, но даже в этой обстановке далеко-далеко не все приезжают в Израиль. Да. Вот как это было и в 17-м году, когда была издана декларация Бальфура и когда была революция, началось движение, массовое движение евреев, и множество из них двинулось в Америку, а не в Израиль, хотя была декларация Бальфура и была возможность переселяться сюда. Да, вот, многие двинулись в Америку. Так что эта проблема остается и сегодня, и разговор, который у нас с вами звучит, мне кажется, он представляется актуальным и сегодня. Вот. Я заполнил ту паузу. Вот. Ну, я чувствую, что вопросов нету. Если нет вопросов, то мы тогда закроем наш форум до следующего раза.
Вот. И в следующий раз опять же вернемся, несколько занятий посвятим Захарья перед Ханукой, для того, чтобы лучше себе представить значение этого праздника не как просто отдельного события, а как целой эпохи, целого периода в нашем духовном развитии. Ладно, всем большое спасибо. Всего самого доброго и самого хорошего. Спасибо вам огромное. Спасибо. Окей. Спасибо большое. Всем спасибо.